сейчас грузовую машину. В данный момент времени она пустая, но и вот эта небольшая куча дров переместится туда, куда я перед этим попал. Чего так чуть-чуть встанем? Я снимал, когда пустая была машина. Ага. А стартовать как? А, уже идет, да, уже идет, оказывается. Значит, мы решили шашлычок сделать. Хватит дров? Будем надеяться. Ну, мяса столько не будет. Работа была выполнена за 45 минут. Теперь ее надо аккуратно выгрузить и снова сложить. Звуковой эффект. Машина плавно поднимает деревянную панель на другие изделия. Угол у тебя? Угол який? Угол не меньше 40 градусов. Сейчас будет сыпаться. Угол який? Угол який? Ленька, иди, что ты это снимаешь? Виноградник? Сейчас будет сыпаться. А ну там не зацвети. Маша, там зацепило за то досто, давай вперед. Ювелирная работа. Ну, а теперь будем его складывать. Тихо, без шума и пыли. Профессионалы работают. С многолетним опытом. Опускать!